Всех приветствую на своем канале. В этом видео я покажу еще один способ дать подпитку рассаде в любом ее возрасте. Данная подпитка укрепит рассаду, улучшит развитие корневой системы, поспособствует хорошему росту и развитию. Подкормка будет особенно полезна той рассаде, которая совсем плохо растет, хилая и ей не хватает солнечного света. Способ заключается в использовании молока. Дело в том, что молоко содержит множество минеральных веществ, например, кальций, калий, фосфор, железо и многие другие, которые положительно влияют на рост растений. Также молочная подкормка улучшает почвенную микрофлору и способствует ранней профилактике фитофторы и других заболеваний. Для приготовления удобрения берем 100 мл молока. Молоко также можно заменить сывороткой. Эффект от подкормки будет тот же. И разводим в 1 литре воды, после чего поливаем рассаду под корень, а также делаем опрыскивание по листу. На листьях будет создаваться пленка, и рассада будет более устойчивой к заболеваниям. Такую подкормку я даю своей рассаде через несколько дней после всходов, как только начнется рост настоящих листьев, и в последующем каждые 2 недели. Надеюсь, данное видео вам было интересным и полезным. Спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.